Ой, дети в дереве, дети в дереве, дети в дереве, помогите доброй рыбке. Я очень добрая рыбка, правда? Фу. Всем привет! У нас сегодня с вами рыбка продолжается. Я надеюсь, что сегодня будет без сложностей. А мы с вами сегодня начинаем играть за новую последнюю рыбку, которая у нас осталась. Это пиранья. Пиранья! Надеюсь, ей будет управлять гораздо проще, чем этой сраной летучей рыбой. Ой, ну она прям такая злобная. Как будто с бодуна. Как будто она вчера бухала очень много. Но с тебя лайк. И она вот, видишь, тоже вспоминает, как она дружила с обычными рыбами. Как она их не ела. Как она хавала хлеб. Как ей было вкусно, понимаешь? Она чуть не превратилась в хлебную жабу. Блин, она, по-моему, очень агрессивная. Видишь, она сразу вспомнила про своих друзей. Она такая, надо сбегать отсюда. Блин, она такая тупая. Ну чё, моя крошка, давай посмотрим, что у нас есть. Ну, нам, видимо, вот сюда. Я буду играть с клавомыши. Не хочу играть с геймпада, потому что с геймпада это тот еще геморрой, блин. Я думала, им будет проще, но им оказалось сложнее гораздо. Так, чё, опа. Особая способность, это что? Что такое особая способность? А-а-а. В смысле? И чё? Мы откусили кран. О, смотри, вот это я понимаю особенность. Вот это вот мне нравится. Вот это кайф. Вот это я понимаю рыба. Вот это рыба. Кусай, да отпусти ее, не надо. А куда мне дальше-то плыть? Вот эта вот штука, это кровь, это пометка, где мне кусить. Ребята, нихера себе. Подождите, подождите, ну-ка дай кусуть. Ничего себе, ну-ка. Опа. Ну-ка, ну-ка, давай. И давай, давай, теребим, теребим, теребим со всей стороны. Агрессивная рыба. Слушай, я сейчас тут устрою так потоп в этой семье. Семейство будет явно против. А тут что-то лежит. А знаешь, что тут лежит? Скорее всего, лежит хлеб. Смотри, там реально лежит. Да отпусти ты ее, господи. Это хлебушек, ребята, наш первый хлебушек. Слушайте, ну пиранья пока себе добротная достаточно женщина. И теперь надо, видимо, посудомоечную машинку расхреначить. И оп! Надо допрыгнуть, видимо, до этой красной херни. О! Отпусти ее, да господи. Какая враждебно настроена рыба на весь мир. Ну чё, новый провод. И оп. И оп. Давай ломаем ее. Давай, давай, давай. О, ебой. Главное, чтобы меня сейчас не постирали в этой машинке. Капец, прикиньте, сейчас придут домой люди, а у них дома потоп. Что они сделают? Ничего они не сделают. Мне, я так понимаю, в окошко, да? Блин, ну это прям боевая рыба, я хочу тебе сказать. Все как доктор прописал. А в смысле, мне надо еще стекло выбить? Ладно, давай. И... Я не понимаю, может быть, мне надо вылететь или что-то еще где-то пробить? Но мне кажется, мы все уже пробили, что можно было. Поэтому нам надо просто вылететь в дырку, скорее всего, в какую-нибудь. Молоток! Нихера себе! Так, нам придется подняться сейчас. Охренеть! Ребята, мы рыба, которая будет драться за свою жизнь просто. Мне кажется, любой, кто нас будет бесить, он автоматически будет покушенным и мертвым. И чё, куда мне надо перекатиться? Ну, поехали. А, мне, видимо, надо скатиться вообще. А, только не надо... Нет! А! О, боже, надо укатиться быстрее отсюда, пока меня не убили. Мама! О, боже, нет, 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 только не минивэн, не минивэн!
о боже, по окраине лучше катиться, лучше по окраине, лучше по обочине. Вот мне надо вот здесь свернуть сейчас. Стой, остановись, остановись. Вот сюда катимся, быстрее, 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 быстрее. Да быстрее, мы были близки к смерти. Нас убьет сейчас когда-нибудь. Пока мы развернем эту банку, нас с тобой 100 000 раз уже сейчас переедет. Фу, боже, не переехала. Значит, мы можем поехать двумя путями. Первый путь так, второй путь так. Блин, ну мне кажется, можно сразу поехать нормальным путем. Вон тем, наверное. Хотя, мне кажется, мы там можем не проехать. Давайте поехали сюда. Разворачивай, разворачивай, давай. Давай, 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 поехали. Слушайте, пиранья мне пока что очень даже зашла, вот это вот. Аккуратно, идиот! Оно умерло. Моя рыба-пирань умер. Здесь просто надо развернуться нормально. Так, разворачиваем банку. Поехали. Немного корректирую движение. Да не туда! Давайте я попробую в другую сторону. Здесь явно что-то пошло не так. Здесь очень сложно. Давайте поедем в другую сторону. Тут прям беда. Давай, 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 давай. Я надеюсь, пиранья окажется легкой рыбкой. Вот. Окажется настолько легкой, как и золотая. Это будет вообще класс. Вот, здесь просто по прямой скатиться. Не туда, не туда, не туда. Вот, вот. А я тебе про что говорю? Говорю ж легко. Вот и все, изи. Изи. Так, о, бляха. Блин, смотри, как бы я поеду лучше по вон той. Тут как-то, по-моему, мне кажется, попроще будет ехать, чем по той. Там слишком много поворотов, а тут как-то через хлебушек и по прямой фактически. Во! Ну, почти. Почти получилось, я просто боялась случайно перекрутить. Не, ну видишь, если потихоньку, прям так по писюлечке немножечко так тыкать, то в принципе получается уже управлять банкой. Не, ну по сравнению с той сраной летучей рыбой, банкой управлять гораздо проще, чем, блин, всем остальным. Так, итак, поехали. Стой, стой, стой! Блин, может, хрен бы с хлебом был? Давайте хер с хлебом. Блин, ну я его так хорошо забрала. Нет, я не могу его просто так. Давайте еще раз попробуем. Блин, мне кажется, у нее еще нервный тик у этой бедной пираньи. Она прям такая... Это я когда злюсь. Это вот моя тотемная рыба. Тихо, тихо, тихо. Вот, аккуратно. Потихоньку катимся. Да потихоньку, ёб твою мать. Другую, в другую, да иди же ты в очко! Сраное дерево, какой дебил его там посадил, оно мешается! Я из-за него не понимаю, я не расцениваю расстояние нормально, оно мешает мне. Я не хочу этот хлеб, все, он мне не нужен. Поеду нормальным путем. Вот этим, без лишнего геморроя. Бляха! А можно, сейчас бы эту сраную летучую рыбу... Долететь спокойно. Я не понимаю, как эту банкой управлять. Нет, блин. Как это произошло? Я ж почти доехала. Рыба, твою мать. Давай, селедка под шубой. Куда? Нет! Нет! Ненавижу банку. Ненавижу банку.
Не разгоняйся, да господи, ну нахрен ты разгоняешься, я не пойму, зачем ты разгоняешься, ну на кой ты черт разгоняешься, ну я понимаю, что там пригорок, но я же иду в противовес, я же тебе не прошу ускоряться, ну не надо ускоряться. Сраный дурблян, блин. Все, и не нужен мне ваш хлеб. Без хлеба обойдешься. Главное пройти. Ну куда ты плывешь? Давай, плыви на этот, на чекпоинт. Да ты что, дурак, что ли? На чекпоинт, идиотский, ты выблеваешь, зеленый. Давай, 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 сопляжуй. Давай, 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 давай. Оп-оп-оп-оп, все. Пошел контакт наконец-то. Теперь надо на провода залезть как-нибудь. Иди же ты в очко. Вау, 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 вау. Все очень плохо, все очень плохо, все очень плохо, все очень плохо. Все очень плохо. Я не хочу быть вареньем. Ладно. Фу. А я могла бы докатиться до хлеба. Да нет, хрен бы с хлебом. Да куда ты? Давай, на чекпоинт, рыба, на чекпоинт. Чекпоинт на месте, чекпоинт в здании. Давай, 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 давай. Вот так вот, хорошо. Ой, дети в дереве, дети в дереве, дети в дереве, помогите доброй рыбке. Я очень добрая рыбка, правда? Фу. Фух. Ну тут наши эти чайки, смотри. Ненавижу чаек. Надо ждать. Да я тупо не могу банку свою развернуть. 5-литровую. Застряла. Тихо, тихо, нет, 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 нет. Не шевелимся, нельзя шевелиться, нельзя, а то они нас спихнут. Не хочу, чтобы нас с тобой спихнули. Мы и так рыба, у которой все плохо. Блин, ну это очень сложно. Управлять банкой. Нет, рыба была, ладно, тупой летучей рыбы было сложнее. Все, не двигаемся. У нас идеальная траектория сейчас езды. Вот так вот. Все, просто катимся, просто катимся. Тише едешь, дальше будешь, как говорится. Чуть-чуть вот так вот центрируемся. О! Ляне тут позасрали все. Но мы сохранились с вами. Пойдемте заберем хлеб. А что нам мешает забрать хлеб? Там вроде бы не сложно. По хлебу было. Главное вот тут развернуться нормально. И нежно, нежно, нежно на... за хлебом спуститься. Вот, смотри, вот так. Все, не шевелимся. Поехали. Да баляха. Давай, 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 давай. Ну. Ну. Чайка, подтолкни в другую сторону. Да не в эту, тупица. Мне за хлебом надо. А, лох. Ладно, давайте сюда поедем. Пинг, пинг. И куда дальше? А, вижу, вижу, вижу. Все, справимся. Сейчас забудем про хлеб опять. А в очередной раз. Что, мы один или два хлеба, да, забрали сегодня? Не шевелимся. Бляха, чайка. Ха! Лошара промахнулась. Вот сейчас уже, сука, не промахнулась. Чем не имется, я не знаю. Вот рыбка просто в аквариуме. Ну, подумаешь... Жизнь просто не любит банки. Все. Хорошо. Не двигаемся, не двигаемся. Сами едем, 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 едем. Вот сюда. Едем, 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 едем. На-на-на-на-на-на. Далеко уедем. Отлично. Сейчас прям четко. Ебой. Катись, катись, баночка, катись, катись, сладкая баночка. Вот так вот, хорошо.
А как нам слезть отсюда? А можно? Да, спасибо. Я вижу воду. Прям вот вижу, но я не знаю, куда нам. В нее, не в нее. Покатились, что? Хотелось бы в нее. Но других каких-то вариантов тут я не вижу особо. Наверное, все-таки да. Тихо. Не надо! А! Так, надо было. Ладно. Давай, вытыкаем эту фигню. Нас должно, наверное, усосать. Нет? Надо ее наоборот засунуть. О, нет. Я получила зато самое тупое достижение для идиотов. Мне надо зацепиться. И... Да блин, это очень сложно. Подожди. И оп. Сейчас. Со всей дури. Опа! Да, господи. А прикинь, сейчас кто-нибудь захочет в ванну зайти. А тут у него пиранья, короче, такая. Я ему сразу жопу откушу. Да, я не могу допрыгнуть. О, давай, крутим. Вот. Все. Да зачем? Я заново-то начала. Я же не нажимала, Эр. Давай. Вот. Все, отпусти ее, отпусти. Вот еще сейчас не хватало сдохнуть тут. Давай вот эту грызем. Во. Не, слушайте, вот это вот мне нравится, то, что она там топит дома всем, кому не лень. Хорошая рыбка, одобряю. Видимо, нам сейчас нужно будет смыть себя в унитаз. Я прям предчувствую вот это вот. Вот наша следующая цель, это батарея. Теперь котик не сможет грызть свои лапки, потому что это принадлежит теперь нам. Не, ну мне так нравится. А, вон следующая, это душ. Душ. Унитаз следующий, давай. Сказала, унитаз следующий, ей заведующий. Ой, подождите, давайте откроем дверь. Мне кажется, тут что-то может быть. Ничего, по-моему, да, нету? А раковина есть? Может, раковину можно откусить где-то? Нет. Скорее всего, все-таки да. Надо, короче, запрыгнуть на эту фигню. Блин, ну чтобы на нее запрыгнуть, тут нужно постараться. Давай, тяни. А как его? А, я поняла. Все, смотри, что надо сделать. Берем вот эту штуку. Давай. Хватаем ее. Она, по-моему, слишком тяжелая. Ну куда ты, зачем ты в нее залезла? Мне, видимо, нужно что-то, чем-то забить унитаз. Так. Надо замусорить туалет. Все, я поняла смысл. Давайте закидаем его туалеткой. Так. Я надеюсь, одной ему хватит туалетки, в принципе. А-а-а! Иди сюда! Сраная туалетка. Ты теперь моя. Я думаю, две должно, в принципе, хватить. А можно всплыть? Так, и оп. Давай, оп. Оп. Блин, я теперь не могу выйти из туалета. Все, давайте попробуем. Итак, и раз. Тянем. Вот, видите? Я, казалось, была права. Надо было туалет чем-то засрать. Теперь, я думаю, мы можем сделать с вами вот так. Нет? Не закрывается крышка? Нет.
Хорошо, но туалет у нас забит, правильно? Значит, по идее, мы можем дернуть еще раз за ручку. Просто я умирала немного. Ну, давай. Она не хочет этого делать. Может быть, надо что-то... ага. Понял, все. Сейчас прыгнем и... Нет, не прыгнем. Нам надо запрыгнуть в раковину. Да что ты будешь делать? Вот сраная раковина. А чё? Давай, давай, давай. А чё мне не хватает? Давай, 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 давай. Оп. Вот. И теперь здесь вот так. Оп. Давай, давай. Крутим, 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 крутим. Я чё, не смогла её зацепить, что ли? Давай, 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 давай. Откручивай, откручивай, откручивай. Ну. Но мне надо ее, короче, открутить. Так, раскрываем. Раскрываем, раскрываем на полную. Вот так вот. И теперь готовимся к прыжку веры, собственно. И... Раз! Ну, почти допрыгнули. Сейчас еще раз попробуем. Давайте. Вниз. Ирс! Не допрыгнули. Блин, это очень сложно. Блин, мне кажется, нам не хватает как раз-таки вот этого кранчика. Сломала! Есть! Ребята, сломала! Наконец-то получилось! Я же думаю, что что-то я делаю не так. Вот что мы делаем не так. А теперь вот сюда мы допрыгнем сами с легкостью. Вообще на изи. Вот. Надо было просто доломать в правильной последовательности все это говно. Отлично. Красавчики. Ну чё, чайка? Куда мне дальше скажешь держать мой путь? Ну, либо чайку за жопу схватить, либо в окно. Ну, мы, по-моему, отсюда начали. Мне кажется, надо кусить чайку. Ну, не просто же так здесь чайка сидит, правильно? О-о-о-о, я тебе про что говорю? Надо было сделать кусь за жопу чайки. Не, ну мы с вами прошли первый уровень запирания. Слушайте, она мне понравилась, она хороша. Надо к ней немного привыкнуть, но она реально не такая сложная, как рыба, вот эта сраная птица. Пишите, как вам пиранья, подписывайтесь на каналчик, и мы с вами уже очень скоро увидимся. Пока!